Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Fallout 4 с дополнением Nuka World. И сейчас я предлагаю продолжать изучать главное задание, и нужно поговорить с Шенком. Только посмотрите, кто у нас тут. Дела идут хорошо, босс. Банды довольны своими новыми владениями. Такими радостными я их не видел с того дня, когда в питьевую воду кто-то подмешал препараты. Я, кажется, не представился, меня зовут Шенк. Если ты здесь, значит, Гейш решил, что именно ты можешь наконец все исправить. Как долго ему пришлось тебя убеждать, что уже пора напасть на Содружество? А с чего ты взял, что он меня убедил? У тебя такой взгляд, словно ты чуешь богатую добычу. Раздавая бандам участки земли в парке, ты завоевываешь их расположение. А вот если дашь им собственные владения в Содружестве... По-моему, это лучший способ упрочить свой авторитет. Не говоря уж о том, что мы на этом хорошо нагреем руки. Если тебе это интересно, ну... Только скажи, и мы приступим к работе. Я не хочу причинять вред людям. Это мне совсем не интересно. Но ведь босс ты. Если решишь, что бедняк нужно умасливать, а не угощать свинцом, дело твое. Но факт остается фактом. Нужно выгнать людей, чтобы потом отдать их дома рейдерам. Никто не говорил, что быть боссом это легко. А теперь скажи, хочешь ли ты этим заниматься? Давай обсудим это позже. Дело твое, босс, я никуда не денусь. То есть получается, тут только один вариант, да? Так. Ладно, какие тут еще есть тогда задания, соответственно. Вот. Медальон надо найти с колеса обозрения. Где находится? Где-то здесь рядом. Только что-то непонятно. Колесо обозрения. Вот оно. Отличненько. Надо посмотреть, что там на этом колесе обозрения. И уже будет тогда понятно. Ну, надо также боезапасом затариться к карабину Гаусса. По-любому. Во. Нет? Основное питание выключено. Ага. А где здесь можно найти медальки? Что-то я не понимаю. Вон, по-моему. Нет. Основное питание выключено. Но что-то я не совсем понимаю суть. Если тут надо найти где-то, так сказать, рядом с колесом обозрения. Я же правильно понял? Получить медальон колесо обозрения. Я даже не представляю себе, где этот медальон здесь вообще может быть, потому что здесь я его рядом не вижу. Может, надо запустить сначала само колесо обозрения непосредственно? Я не удивлюсь, если так оно и есть. Или, может быть, где-то здесь вот эти медальоны спрятаны, я не знаю. Надо присмотреться повнимательнее.
Вообще было бы очень круто прокатиться на этих аттракционах. Очень бы это порадовало. Ладно, надо еще походить, чутка здесь посмотреть. Если не найду его, то тогда это отложить на потом. И потом уже отдельно как бы искать, где тут могут быть эти так называемые медальоны. Вот здесь вот не может быть, кстати говоря, этого самого медальона. Нет. Ладно. Ладно. С этим я все понял. Тогда надо еще чуть-чуть посмотреть здесь, осмотреться. Потому что вдруг... Вдруг удастся найти. Но он, если даже где-то здесь, то он очень-очень хорошо запрятан, этот медальон. Вот, и он самый такой труднодоступный для нахождения. Удивляться этому нечего вообще. То есть это даже вполне предсказуемо так получается. Было бы прикольно, если бы здесь можно было бы еще что-то строить там, кастомизировать, к примеру. И надо попробовать выполнить квест с очками мистера Крышки. Для этого нужно вылезти из силовой брони, одеть эти самые очки и искать спрятанные элементы. Вот, кстати говоря, один из них. Прекрасно. Далее. По карте, где нужно искать остальные элементы. Так, ага, значит, получается, в зоне галактики два элемента в этом, из этого квеста. Это просто замечательно. Надо будет сейчас повнимательнее походить, посмотреть, потому что, на самом деле, я так понял, все это делается очень-очень сложно, то есть нужно очень-очень сосредоточиться на игровом процессе и именно наблюдать за тем, что происходит. Так. Так, вот здесь, соответственно, задание. Где-то вот тут, по-моему, наверное, на стене, может, на какой-нибудь, или где-то рядом надо поискать, посмотреть, потому что тут действительно может быть где угодно вообще изображение мистера Крышки. Тут вообще абсолютно в любом месте. И это, конечно, все очень-очень сильно усложняет. Серьезно, потому что надо быть очень внимательным. Дверь, закрытая на легкий замок. Можно посмотреть. Может быть, кстати, здесь и есть что-то такое. Так. Ключ администратора галактики. Что здесь на терминальчике есть интересного? Ставим на паузу. Читаем. Так, нормально. Много всего. Так, по-моему, тут были электромагнитные. Да, вот электромагнитный картридж. Можно даже подсветку включить. И вот рулон билетов ядер аркады. Я не знаю, куда эти рулоны девать. Серьезно. О, ядерный мини-заряд, по-моему. Так, звездное ядро. Шлем даже силовой тут. Он очень красиво смотрится, я его трогать не буду. Стимулятор. Так. Ну, похоже, что здесь нету этого. Зато здесь есть квантовая ядеркова. Ядер вишня. Ядеркова победа. Во как. Много всего, однако, много. Но отвлекаться все равно нельзя. Может быть, кстати, на этаже выше? Я это просто точно не знаю. Да вряд ли, скорее всего. По карте... А, где-то вот тут как раз-таки.
Вот куда вот смотришь сейчас персонаж, где-то вот здесь вот была отметочка соответствующая. Значит, надо найти. И чем быстрее, тем лучше. Во, отлично. Спрятали, мистер Крышка. Теперь рядом с ареной Робка. Надо посмотреть. Ага, все, вижу. Ориентир есть очень хороший. Место приблизительно я запомнил. Ну, может быть, и подойдет на самом деле. Тут надо сейчас повнимательнее поизучать, походить, посмотреть. Фонарик обязательно включить. Так, и где там направление? Вообще не в ту сторону. Это надо направляться вот как раз-таки... Вот как раз-таки еще вот сюда. Да, вот теперь уже направление более или менее точное. Вот в этом направлении надо двигаться. Так, нормально. Я думал, они сейчас активизируются совсем в другом смысле. Вот где-то тут. Где-то рядышком. Это немножечко вот в эту сторону. Еще немножечко увеличить изображение на карте. Да. Вот где-то здесь надо искать. Вон, вижу. Хорошо, прелесть какая. That's three clues. The letters must spell something. Хорошо. В зоне галактики задание выполнено. А здесь также найти спрятанное изображение мистера Крышки. Так. И сразу надо посмотреть, где. Одно из изображений находится в вагонетках безумного Маллигана. А другое вот где-то вот здесь вот. И сейчас вот надо будет, ну как бы я запомнил ориентировочное местоположение вот этого элемента. Так. Вот где-то вот куда. Ну, направление правильное, да? Относительно. То есть как-то. Где-то вот в этой стороне. Вот тут вот надо искать. Где-то вот здесь вот надо все это искать, получается. Вот тут вряд ли. Где-то здесь, вот серьезно, вот, прям кажется мне, что где-то тут. Но вот где? Вопрос хороший. Так, ну-ка. Ага. Так, опять что ли эти черви? Повылезали. Okay, that's another clue found. Так, далее. Еще один элемент не так уж далеко. Я просто без силовой брони не хочу сейчас лишний раз ввязываться в бои с этими червями. Не кажется ли, персонаж бегает гораздо быстрее без силовой брони? Вот не могу понять. А вот в шахте в этой вот я уж точно не представляю себе, где надо искать как раз таки вот этот вот элемент. Но можно сначала пойти... Нет, по стандартному пути не хочу идти. Вот, вот здесь вот, вот отсюда начать. Здесь осмотреться повнимательнее. На самом деле такое приятное очень задание. Искать вот эти вот символы. Сложно, конечно, в какой-то степени. Но все равно. Повнимательнее надо стены осматривать, да? Я правильно понял? Так, давай-ка, иди-ка сюда. Где-то вот тут спрятано изображение специальное. То есть где угодно может быть, да? Здесь уже я уже все обыскивал.
Вообще, конечно, есть предположение, где, может быть, этот нужный элемент. Определенно есть предположение. Вот где-то вот здесь. Или на мостике. Не знаю. Чего не знаю, того не знаю. Обыскивать надо все это. Да причем самым внимательным образом. Кстати, здесь тоже. Вот, вижу. Ага, got another one. Так, ну что, получается, половина-то уже элементов собрана, или нужно еще больше? Если еще больше нужно, то это тогда сложновато получается, на самом деле. Но в любом случае, зона сухой ущелья была изучена, все элементы здесь были найдены, и теперь можно переходить в зону сафари. Так, здесь точно так же два элемента. Tickets now and be the first to ride our angry anaconda coaster opening soon at Safari Adventure. Так, я, кажется, запомнил расположение одного из элементов. Хотя это ни о чем не говорит. Можно очень долго ходить искать, что да как, смотреть. Но на деле все равно интересно. То есть вот эти вот все искать приколюшки различные. Так, значит, направление правильное, прям вот точь-точь, которое нужно. Ой, здесь, по-моему, лабиринт, да? Ага, а вот и нужное место. Не понял. Отмечено, что ли, уже, да? Ладно. А еще одно место, где находится. Где-то, по-моему, вот здесь вот. Где-то в той стороне. Я, конечно, могу ошибаться, но надо проверить еще разочек. А вдруг? Так, вот где-то вот здесь вот, мне кажется, надо посмотреть. Так. Хорош. Спокойно. Мне кажется, что надо телепортироваться опять куда-то в другое место, потому что совсем непонятно, где-то что может быть. Неоднозначно как-то все получается. Так, вот к примеру. Вот можно посмотреть сейчас. Вот прямо как раз-таки рядом с входом в локацию, которая находится внутри уже зоны непосредственно сафари. Все-таки туда. Но рядом. То есть не внутри, а снаружи. Значит, надо повнимательнее чуть осматриваться. Так. Вот сюда можно подойти и посмотреть. Может, где-то здесь? Ну, вот этой стеночке. Так, как теперь выпрыгнуть-то отсюда? Так, ну что такое-то? И... Да. О, нормально. Так, ну и с этой стороны также можно посмотреть. Может быть, здесь где-то? Нет, ничего такого не вижу. А где ж тогда? Неужели где-то тут? Конечно, в такой погоде
Достаточно сложно ориентироваться. Опа. Что это тут сейф делает? Надо его открыть. Так, отмычка. Давай, открывайся, сейф. Да побыстрее. Да что такое-то, а? Ну же. Да ладно тебе. Вот, нормально. Yes. Так, патроны, двойные деньги и серебряная вилка. Ну все же. Было показано, что где-то рядышком находится. Но почему-то я ничего не нашел. В чем суть? Должно же быть где-то тут. Не понимаю. Может быть здесь где-то? Во! Отлично. Ох, вот это было сложно. Так, теперь тут. А вот на заводе по разливу напитков получается всего один элемент, что ли, находится? Как-то это не совсем понятно. Надо сейчас повнимательнее посмотреть. Это да, нужно идти определенно сейчас в здание вот этого завода. А там очень-очень много помещений. Но надо сейчас посмотреть, будет повнимательнее. Вот, зная, что обычно вот эти вот элементы, они изображены на стенах. В общем, если я все правильно понял, как раз таки искать нужно было еще один элемент по квесту. Как раз таки где-то вот в том направлении, в котором уже персонаж передвигался. То есть идти нужно вот куда-то вот сюда. Много здесь всего очень на самом деле. Вот. Так, теперь. Где здесь получается еще найти? Нужно найти спрятанное изображение мистера Крышки в детском королевстве. И все? Не понял. Да. Действительно. Так, значит, один находится в павильоне смеха, элемент. Другой находится снаружи. Ну, более-менее понятно где. Ладно. Теперь хотя бы понятно, куда двигаться и где искать. На самом деле, в некоторых моментах это задание очень даже сложное. К примеру, как вот здесь вот на заводе по разливу напитков. Потому что получается тут очень-очень большая локация, и поэтому искать достаточно сложно. Так, ну, наверное, надо начать с павильона смеха. Надо сейчас начать с павильона смеха, искать элементы в этой зоне. Будет немножечко полегче, потому что снаружи всегда легче отыскать, чем внутри. Так, и откуда начать? Вот не знаю даже. Вопрос просто замечательный. Наверное, можно попробовать поискать вот здесь вот где-нибудь. Вот тут, может быть, где угодно, потому что тут много стен. Так, подожди-ка. Вот так вот это все надо посмотреть, что здесь. Нет, не похоже. Ну тут получается такие слишком маленькие помещения для того, чтобы помещать изображение. Вот это самая прикольная комната, мне очень нравится. Чтобы помещать сюда изображение мистера Крышки. Здесь нет, здесь тоже ничего. Но здесь и подавно.
Ну, мне кажется, что все-таки где-то вот тут, вот в крутящейся комнате, потому что это сложнее всего. Да. That's clue number nine. One left. Отлично. Сюда, да? Да, точно. Ну, а снаружи уже найти это легче простого. В основном труднее всего внутри помещения искать непосредственно. Телепортироваться, не знаю, надо, не надо. Так. Это... Вот куда вот? Это надо поворачиваться в ту сторону, да. Ну-ка, здесь можно вот так вот? Ага. Еще как можно. Теперь, вот где-то тут надо искать сейчас конкретно вот в том направлении. Вот, где-то вот здесь. Надо смотреть. Скорее всего, где-то тут находится еще один элемент этого квеста. Так. Ну, тут... Ничего. Так, а вообще там нахожусь-то? Нет, не там. Совсем не там. Вот, вот где-то вот тут вот, да, получается. Но опять-таки не совсем. Вот, вот здесь вот. Где-то вот здесь вот. Надо смотреть. Жесть какая. Чуть тут заминировали. Во. Отлично. А вот и десятая буква. Нужно отнести их к Сьерре. Посмотрим, что она про них скажет. Да, давай. Так, это куда надо идти? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, в салон. Прекрасно. Очень сложно было, конечно, искать все элементы, но зато интересно. То есть, дополнительное изучение локаций, вот, более внимательно. И это действительно круто. Какие-то мелочи, допустим, заметил, которые не замечал при, скажем так, первом исследовании. Вот. Ну-ка. То есть, куда надо... Сюда, да? В общем, на каждой картинке с мистером Крышка было по букве. Отлично, давай-ка посмотрю. Любой, кто видит перед собой атрибутику Ядеркова, так же часто, как и я, быстро бы догадался, буквы складываются в слово освежающее. Это даже проще, чем я ожидала. Так и должно быть просто, это же конкурс для детей. А, да, совсем забыла. Иногда я слишком близко к сердцу принимаю все, что связано с ядерколой. Эта дверь должна вести в кабинет Брэдбертона, но она заперта, и там стоит цифровой замок. Видимо, надо ввести 10 чисел, соответствующих буквам в слове «освежающее». Кто нашел буквы, тот и должен код вводить, я считаю, так что давай ты. Так, воспользоваться цифровой панелью. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.